Всем привет, это GTA Online. Мы продолжаем. Мы едем на военную базу, чтобы взять каркобоб, взять танк и зацепить, поднять воздух. Убить вещи, поднять воздух. Так, я вижу чувака, у нас есть назначена награда. О, тут даже двое чуваков. Слушай, а может их убьем? Давай их убьем. Так, я второй у нас. Так, военная база. О, что-то маленько подлагивает. А за игрока 3000 назначено. Сейчас глянем мы, что у нас есть внутри. У-у-у. Как у тебя обветривается одежонка твоя? Что с твоей грудью или животом? У меня такого вроде нету. Так, ну, едем на военную базу. Сейчас мы разобьем. О-о-о, мы где? Мы где находимся? Мы уже на военной базе находимся. Какого черта мы так быстро переместились? Слышь, мы просто супермены какие-то. Какие макары мы так быстро перелетели. Так, ну что. Сейчас нам нужно попасть за ограждение. Так, надеюсь, мы пойдем это тоже довольно быстрее, чем мы попадали сюда, приехали. Так, нам нужно, по идее, трамплишка. Нам нужна трамплишка и перелететь. Так, у нас тут игрок стоит. Ох, о, какой безумный. Блин, с тобой шутки плохи. Ну что, давай, перелетим. Кто это? Кто там красный такой флажок горит какой-то? Да, мы сейчас перелетаем. Всем пока. Увидимся с той стороны. Блин, капец. Нет, нет, походу мы не прилетим. Тут на паузе стоит. Чувак просто на паузе стоит. Да, можно кинуть бомбу, активную бомбу. Вроде кинул, да, одну кинул я. Может взорвется, может не взорвется. Так, по идее, вот этот холмик, я знаю. О, каркобоб, ну-ка дай-ка, я выйду, я сейчас его подобью. Я сейчас подавил этот каркобоб. Каркобоб, иди сюда. Кто там на нем летит? Ох, готов, нет. Слушай, а он, походу, бесконечный. Да, его, походу, не убить. Блин, ракету потратил на него зря. Слушай, чувак, а мы тут сюда не пойдем. Нас тут убьют, особенно меня. Так, а у меня бронь-то есть? Ты что пытаешься? Да ты, мы тут здесь не пройдем ни в коем случае. Что? Что такое? Так, уходу делаем. О-о-о-о-о! Реально, слушай, я походу с читером играю. Мы просто перемещаемся. Супер, мы просто перемещаемся. О-о-о, какие взрывы-то. Так, мы что ищем? Мы ищем танк. Нам нужен танк. Танк, каркобов нам нужен еще. Так, вот видишь, самолет. Ну и что, так у меня хочешь самолет забрать? Ну, хорошо. Я сейчас возьму автомат, если что, я на прикрытии. Давай, бери самолет, а я погнал. Слушай, ну еще, кажется, пишет. А, в тачку написал, что ли? В тачку сесть. На тачку... гидру себе ищи. А что за гидра? Гидра это кто такая? Кто такая гидра? Это походу... Черт, у нас тут проблема появилась. Гидра это, наверное... сейчас найдем какую-нибудь гидру. О, я нашел себе гидру. Да, первый раз, кстати, на военной базе. Ах, чувак, ты у меня сдохнешь. Да, у меня чувак сдох. Так, давай гидру берем. Это гидра у нас, да? Давай нашу гидру. Гидра наша будет взлетать сейчас. О, супер. Давай набираем. Слушай, походу какая-то погоня тут, что ли, за ним. Я вижу два самолета. Так, мы взлетим тут, я думаю, запросто. О, кто-то гасит. О, ракета за мной, походу. Так, ходу. Ох, шикарно. Шикарно. О, назад. Ой, пардон, я не хотел. В кого я стрелял?
Пардон, слушай, а где чувак? Я чувака не вижу. Вот, вот, это у нас самолет. Вертолет, то есть. Это у нас вертолет. А я не вижу нашего чувака, который нам помог взять самолет. Это вертолет. Короче, полетели нафиг отсюда. Я слямзил боевой самолет. Вышел, вышел, исчез. Кто вышел? А кто вышел? Кто вышел? А кто зашел? А, нет, нашего чувака не видно на серваке. Куда-то он вышел. Видимо, в туалет вышел. Ну хорошо. Мы на самолете, мы уйдем сейчас от копов. Конечно, жалко, нельзя сохранить самолет наш. Очень жалко, что нельзя сохранить. Можно, в принципе, поагриться. Да, можно поагриться. На копов, на игроков, на всех подряд поагриться можно. Так, мне нужно уйти от копов, по идее, и приземлиться. Надо написать там в чате, спросить, где чувак у нас. Чувака найти. Так, 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 так. О, самолет, вертолет, вертолет, вертолет. По идее, у самолета есть определенное количество топлива. Потом кончается, и он просто падает, и все. Скорость можно набрать, и скорость набрать, и можно просто... Просто планировать, и все. И все, нормально, вверх, вниз, все так нормально, только ускорения нет, и все. Ну, ускорения не нужно. У меня 5 звезд практически, ну, я уже ушел. Я практически ушел уже от них. Так, вертушка, 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 в сторону. О, все, все, копов нет у меня. Теперь мне нужно сесть где-нибудь. Сесть где-нибудь и чувака пригласить на эту сессию. А, знаю, к трейлеру можно сесть. Шасси выпускает. У нас есть ракеты без наведения, пушка и обычные ракеты. Можно вот здесь сесть, в принципе. Нет, не буду я рисковать. Уж надо взлетную полосу. О, у нас игрок есть. У нас тут игрок, за которого назначена награда. Ну-ка, сейчас мы найдем его. Надеюсь, он в машине, чтобы я смог навестись на него. Где-то он... А, он, походу, на шоссе. Он, наверное, на шоссе. Это будет просто экшен. Экшен. Так, нужно сбавить тягу. Сбавляем тягу. Наводка. Наводка нужна. Ох, наводка. Чувак едет. Хорошо, мы сейчас развернемся еще разок. Блин, карту вырубить надо, наверное. Не успеваю, не успеваю ничего. Карту маленькую. Да, блин, вообще уберись нафиг. Так, черт возьми. Так, он по шоссе у нас ездит. Добавляем тягу, и на маленькой тяге мы пытаемся пристроиться в жопу к нему. О, слишком-слишком тягу убрал. Черт, чуть не грохнулся. Так, я не вижу, он где-то, он съехал с дороги. Ух, выше, выше, выше. А, где-то вот он, вот он, вот он, чувак наш. Так, можно, в принципе, подняться на самый верх и потом просто вниз лететь на него прям. Лететь прям на него. Так, 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 где, где, где? Вот, вот он. Я не вижу машины его, но... А у меня пушка стоит, ракета, а ракета мне нужна. Блин, у меня пушка была. Так, он повернулся в другую сторону. Сейчас мы его собьем, обязательно мы должны сбить его. Вот он, где-то прям по курсу должен быть. Вижу, наводка была. А-а-а, черт, ух, ух, пролетели как мы. Сейчас мы наведемся, наведемся обязательно на него. Во-во, пошла наводка, наводка пошла. В него нет. Нет, он еще живой, мы продолжим. Мы продолжим наше путешествие в мире GTA. Так, где наш чувак? Вот он наш чувак. Мне нужна наводка на него. Жесткая наводка. О, еще один, еще одна ракета. Нет, да, да, он подбит. Шикарно, слушай, просто потрясающе. Так, теперь мне нужно сесть где-нибудь, написать чуваку, пригласить его на сессию. Так, где же сесть-то можно? Сколько нам дали за не за этого чувака? 3000 нам дали, уровень повышен. Палач, теперь я палач. Шикарный, я теперь палач. Что, арсенал увеличился? Чтобы посетить сайт, необходимо штурмовой какой-то. О, тут у нас есть шоссе. Ну-ка, садимся. О, не так, не так быстро, не так быстро. Слушай, на шоссе будет проблема, конечно, сесть. Так, так, реально нужно куда-то сесть. А, вот, вот, впереди есть магазинчик, я знаю, там холмик есть. И, блин, блин, тут стол, эти столбы. Слушай, а скорость реально дикая. Нет, я все-таки сяду к Тревору. Полетели к Тревору. Сейчас полетим к Тревору. К Тревору летим. Летим к Тревору. Кто у нас еще? Есть еще важная цель? А, есть у нас неадекваты? Слушай, погоди, а кажется, есть еще одна цель. Нет, это просто красненький.
просто красненький, мы летим к Тревору. Нужно посадить наш транспорт. Сейчас посадим наш транспорт. Да где этот аэропорт Тревора-то? К черту, вот я вижу тюрьму. Тюрьма рядом с тюрьмой. Блин, я еду маленько не так. Лечу маленько не так. Мне маленько надо вправо уйти. Так, так, вот сюда мне садиться нужно. Так, так, мне сперва нужно найти... Найти... Блин, мне повернуть нужно. Все, теперь сбавляем тягу. Вот теперь сбавляем помаленьку, помаленьку. Поснижаемся и сбавляем. Эх. Ого, что-то прям разбилось. Так, ну хорошо, сейчас напишем чуваку и вернемся. Обязательно вернемся. Решил выйти и сделать селфи на фоне самолета. Так, давай чуть подальше отойдем, чтобы видно было реально его. Давай, сохранить. Сохраняем. У нас опять назначена награда за чувака. Нам нужно идти и опять убить его. Видимо, другой. Так. Ну, давай вот, вот так сделаем. Маленько все-таки в сторону отойдем. Еще. Так, пока сохраняется, а я пока меняю позицию. Вот, вот, вот так где-то примерно. О, да, да, вот так, шикарно. Шикарно. Можно еще на него залезть даже, наверное. Ну-ка, сейчас пробуем залезть на него. Пока не сохраняем. Давай, залазь на него. Смотри, не хочешь запрыгивать? Наверное, не хочешь, потому что у него в руке телефон. Давай в жопе, вот так в жопе. Так. А, сохраняем. Ну, сохраняйся. Так, мы в жопе. Ого, полная жопа. Так, ну хорошо, полетели, сохраняем эту и полетели. Нам нужно еще... А где наш чувак находится? А, все, выходи отсюда. Чего-чего, он исчез. Да, написали, походу, исчез. О, тут есть самолет у нас, неадекватный какой-то. Ну-ка, полетели. Повеселимся с ним. Сейчас полетим, повеселимся. Так, залазим. Может, пока долетим, появится еще кто-нибудь. А, турбины все работают, все работает. Мы взлетаем. Мы взлетели. Все, летим. Шикарная ночь. Просто шикарная такая, спокойная. Мало... О-о-о, малооблачная ночь. Так, ну летим к чуваку. Не знаю, гасить его, не гасить. Да, будем гасить его. Как и синизует-то. Всех убьем. Так, куда он делся? Так, надеюсь, он на месте. Ну-ка, посмотрим на карте. Надеюсь, я не упаду. А, он уже не на самолете. Он уже пешком. Ну, хорошо, погоняем по воздуху. Погоняем по городу. Так, у меня без наведения есть. Есть с наводкой. А без наведения мощнее, нет? Или такие же? Такие же, наверное. Ух, все взрывается. Все так эпично. Сразу пулемет, слушай, пулемет просто крутой, конечно. Ух, прям в машинку. Не, практически в машинку. А у меня наводка же есть? Наводка есть или нет? А, без наводки. Вот теперь ракета с наводкой. Вот теперь с наводкой, теперь мы полетаем. Ну-ка, где наводка? Где наводка-то? Какой черт не наводится? У-у-у, мне походу копа агрится уже. Да, одна звездочка появилась все-таки. Да уж, теперь точно мигает. Теперь реально мигает. Так, ну прилетели в аэропорт, походу. Да, вот наш персонаж, за которым мы гнались. Так, интересно, а можно как-нибудь сохранить самолет? Я не знаю, застраховать. Это кто у нас? О, у нас на Титане кто-то. Пардон, чувак. Блин, пардон, Блин, вы убили... Находится в пассивном режиме и заплатили 500 за его медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание. Что я ему зубы что ли выбил? Слушай, а тут машина есть, броня едет. Ну-ка попробуем взорвать машину в броньке. Так, где вообще? Далеко? Недалеко. Сейчас глянем на карте по-быстрому. Нет, в принципе, недалеко. Возле пляжа. Ты, самое главное, выйди из города. Блин, на Титане летел. Извини, чувак. Прости, я просто не знаю, где-то на машине кто-то едет. А это кто у нас? Копы? У нас копы тут. О, сейчас будет две звезды у меня, чувствую. Так, мне нужна вот эта бронемашина, я хочу попробовать ее взорвать. А где находится она?
Я не знаю, наводка реально идет какая-то только на игроков, что ли. А, в принципе, нет, на машин тоже навелся. А, чувак уже не в машине сидит. О-о-о! Кто на меня наводится там? Кто-то пытался на меня навестись. Слушай, а походу за мной кто-то летит. На вертолете вроде бы. Нет, показалось. Так, нет, тут все-таки... Да, нереально тут... Тут же взлетная полоса, и что ли, вертолеты есть. Полетели обратно в аэропорт, посмотрим там что-нибудь. О, все, копы от меня ушли уже. Нормально, копы ушли от меня. Мне как-то скучно, скучно. О, я вижу, на самолете кто-то взлетает. Кто-то взлетает, сейчас мы по... Слушай, давай из пулемета его. Сейчас из пулемета, ну какой пулемет-то? Как его видно там? Хорошо так. Сейчас полетаем на пулемете. На пулемете. Так, где наш самолет? А, я пока не вижу, наверное, взлетает еще. А, вижу, мигает, вижу, мигает. Эх, держи, сейчас будет. Куда, куда, прямо на меня, что ли? Давай, 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 ух, там двое сидят. Там двое у нас сидят. Эх. Слушай, ты какой-то прям черненький. Ох, ничего себе, как попался. Ого, с ума сойти. Сбавить тягу. Слушай, он, походу, в пассивке. А он пассивно включил режим. А, ракеты. Да, он, походу, в пассивном режиме. Да, его, конечно, не убить. Скучно, нет, скучно. Так будет скучно, раз не убить его, ну, что это такое? Чтоб ты упал. Интересно, если он упадет на пассивном режиме, он останется живых или нет? Так, что у нас? У нас здесь красный игрок, вот этот красный. Какого черта там стоит? Ну-ка, выходи, Леопольд, оттуда. 662, я врежусь, я не врежусь, нормально все. Так, ну кто-нибудь еще взлетит? Не взлетит. Так, где этот пассивный режим-то? Прямо на меня летит, нет? Снизу где-то летает, походу. Я его не вижу. Он сзади меня. Он, походу, врезался. А, вон он, внизу. Да, вижу, приземлился вниз. Но я приземляться не буду, нафиг надо. Еще убьют. Так, гасим его. Ох, врезался, что взорвался, а он горит. Он горит. Ребята, простите. Мне хочется экшена. Так наводиться не будет. Но он реально горит уже. Можно сделать так, наверх подняться и потом сверху гасить его. А теперь вниз и смотрим на карту. Куда? Куда смотреть-то? Ох. Да, вот таким макаром очень удобно. Все, все. О-о-о-о. Это по... Нет, это моя наводка, я уже думал, на меня наводится. Да, на меня навестись довольно сложно, потому что довольно быстрый самолет. Просто ураганный. Так, ну, все, самолета у них нет, а ребята живы. Да, пускай живы, ребята живы, мне не... ребята не интересны. Что можно еще подбить? Тут чувак стоит у нас. Какого черта там стоит чувак? Я его хочу выкурить. Неадекватно этого. Выше, выше. У-у-у, крики, крики. Так, что у нас тут есть интересного в аэропорту? Сейчас глянем, на кого можно вестись, на кого можно... Погреть. Слушай, тут вообще никого нет. И больших самолетов нету, ни маленьких не вижу. Нет, нет тут никого абсолютно. А значок самолет, что это такое означает на карте? Так, давай поднимемся наверх и посмотрим, кто-нибудь еще есть на карте. Тут красный, тут какой-то красный есть. И все, что ли? Никто не летает, ничего. Ох, блин. Так, ну давай на копов поагримся, что ж поделаешь-то. Хоть копы как-то адекватно будут агриться. Кверх ногами можем даже летать. Вообще шикарно, кверх ногами. Да, истребитель, конечно, просто супер. Это не то, что было на миссии побег из тюрьмы на самолете, который перегрузку вообще не переносит, не переваривает ни в каких ракурсах. Просто кверх ногами, элементарно просто, кверх ногами вообще супер. Суперский самолет истребитель все-таки. Реально, можно просто перевернуться и кверх ногами. Главное тут, не знаю, ну, я не знаю, для меня вообще не проблема. Лететь так, вверх ногами бомбить все подряд.
О, стадион какой там. Вот просто летим, еще ускоряемся. Ускоряемся, повернуть можно. Повернуть можно и кверх ногами. Давай, надо в сторону города повернуть. А то мы уже за город летим. Вот, вот так. Сейчас прилетим над домами очень низко. Как можно ниже. Да, хвостом можно управлять влево-вправо и все. И все проще принырепаем. Такое ощущение, как будто я лечу. Ух, тут внизу у нас здание. Снаряд так прикольно. Вверх, вверх, как будто летят. А на самом деле вниз они падают. Гравитация работает. Гравитация все нормально работает. Так, ну хорошо. Равняемся. Ух. Так, мы обратно. Мы обратно вернулись. Слушай, ну реально, мало ребят. Спасибо чуваку за самолет. Так, ну мне нужно кто-нибудь. Мне нужен кто-нибудь. А где копы? Я чертов знаю, я уже сколько уже убил. Так, наводка есть у нас? Нет? Без наводки. А, без наводки. Нет, без наводки скучно. Давай с наводкой. Ух, а слушай, а прилетим под мостом? Так, ну нет, тут, ну тут я реально не прилечу под мостом. О, копы, копы агрятся. Супер. Слушай, а почему наводка не работает, а? Наверное, видимо, все-таки не работает. Она только на копов работает и на игроков. Вот почему наводка не работает. А вот в одиночке на все подряд работает. Наш чувак ходу дал, который был в аэропорту. Ходу, ходу, где он? Где-то прям по курсу должен быть. Блин, я не вижу копов, мне нужна наводка. Без наводки как-то скучновато. Уже утром, замечательное утро. Блин, на копов только могу реально агриться. Хочу вертолет. Так, подготовительное задание. Не надо. Кого слышу копов? Слушай, реально, я летаю по городу, просто мочу всех подряд. Такого игрока я еще, конечно, не встречал. Который бы летал и все подряд гасил бы. Так, блин, я не могу нарваться на копов, никак не могу нарваться. Мне нужно взорвать пару... вот копы были. Копы были. Да, копы есть, значит были. Так, летим вдоль дороги, сейчас должны появиться копы. Нет, не вижу никаких копов, черт, разворот делаем. Делаем разворот, ох, в город опять. Вот они, вот ко мне летят. Блин, где, прям по курсу, хана. Хана, у нас три звезды, шикарно. Где наш самолет, вертолет, то есть... Так, вон еще копы. Наводись. Далеко, слишком близко. Слишком близко я был. А, вижу вертушку. Да, вижу вертушку. Блин, тут высокие здания. Опасно поворачивать. Где? О, вот наша вертушка. Это что за вертушка там? Это чья вертушка? Нет, это, походу, спасательная. У нее не море наводит все-таки. Давай, загасим ее. Мы всех загасим. Ух. Кричат. Так. Где коп у нас? Опять звезд будет, интересно. Будет с нами смерть гоняться или не будет? О, пошла ракета. Да, готова ракета. Впереди еще копы. Ох, еще ракетка. Так, выходим на шоссе. Тебе тоже достанется. Реально, ракета просто вниз летят. И у меня перезарядка, нет, нормально все. О, готово. Я, внимание, выносной с психопатом каким-то. Какой психопат? Ух, красиво, как под ним пролететь. О, сколько копов-то слева от меня. Сколько копов-то. Блин, еще на карту успевать, надо еще и сюда смотреть. О, тут можно под мостом пролететь. О, чуть не задел. Чуть не задел. Нет, там я не смогу вынырнуть потом. Нет, ну можно пробовать сперва, я еще, конечно, не мастер по летным делам, я так себе еще. Давай. Не, поздно. Да, ракета не успевает, все-таки у нее есть радиус свой. Сейчас развернемся и подобьем, обязательно. Другой есть. Так, на карте смотреть нужно. Вот он, внизу. Блин. Ребята, вы как-то слишком близко находитесь ко мне. Вы подальше, слушай, по мне гасят. О, ракета пошла. Да, ракета пошла. Даже когда желтая загорелась, все равно ракета полетела в машину. Это другая вертушка. Другая вертушка уже. Слушай, а где все игроки? Куда все игроки подевались там?
Так, где ему разворот? И на вертушке. Смотрю на вертушке, блин, смотрю на вертушке, еще и смотреть на карту. Как я успею так? Куда те лезть? Где вертушки? Они же летели вдоль шоссе. Блин, я развернулся, их уже нету. Ну хорошо, полетели прямо, я думаю, вертушки появятся сами по себе. Так, ну где? Где они вертушки наши? Вон, вижу машинок. Не-не, зелено-зелено, не могу. О, вот, вот они, блин, сразу появились. Ну какого черта так близко сразу появляются-то? Вон копы. Копы, держи ракету. У меня перезарядка, не могу стрелять. О, сколько копов-то? 4 звезды уже. Держи ракету, тоже. Сука, о, вот, вот наводка просто супер. Суперская наводочка. Держи ракету. Тоже держи ракету. Ха-ха. Блин, сколько, меня реально не успевает перезарядить даже меня. Ух, сколько-то трупов-то сколько. Я даже просто так не могу стрельнуть, потому что копы и копы, блин, реально перезарядка где-то идет. Нет, пара нормальная, она пара только попарно перезаряжается. Слушай, ну у меня тут 4 звезды, я лечу просто вдоль. Нет, все-таки вертолет поприкольнее будет. О, вертушка. Готово? Нет, черт из два. Слушай, давай наверх заберемся, повыше просто, а потом сразу вниз. Так, вниз сразу и смотрим на вертушку. Где наша вертушка? Добавляем тягу. Не вижу, не вижу вертушку. Черт. Вон, две прям позади меня. Держи ракету. Так, ем разворот. А, тягу меньше. Где она? А, позади уже. Да блин, какого черта? И реально, я не успеваю просто перевернуться. Они потом исчезают. Уже походу исчезают. Вон, слева от меня. Куда? Она еще левее меня. Позади уже меня. О, прям в жопе. Прям в жопе я у нее буду. Давай наводку. Давай наводку. А, готово. Готово. Так, летим обратно в город. Как-то тут не экшен. Экшен будет у нас в городе. О, сколько копов-то. О, вот вертушка. Еще одна ракета. Ух, промахнулись. Обе ракеты. Две вертушки сзади меня. У нас 5 звезд, шикарно. 5 звезд. Слушай, там игрок, походу, за его ногу назначена награда. А, походу, да. Нет, 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 показалось. Думал, крестик у него нет. У него просто красный горит. Так, ну. В городе, конечно, не такой будет экшен. О, чуть не врезались. О, ракета куда полетела в сторону. Куда это в сторону полетел-то? У меня шасси нету, нормально. Так, ну где игроки наши? Держи ракету. Ух, кого-то я взорвал, походу. Нет, нет, не взорвал. Все нормально. О, нет, походу, я холода убил. Там крестик говорит, наверное, нет, не я убил. Мне бы написали. Делаем разворот. И где-то внизу должен быть. Держи ракету, держи еще одну ракету. Начал дуэль. С кем-то начали дуэлить. Так, делаем еще разворот. Нет, с копами понятно, вот с игроками будет поприкольнее, мне кажется. Так, мне нужно просто вверх подняться. О, камера. А, это новая камера. Да, это новая камера, говорили. От капота камера. Мы просто вниз летим теперь. Ух. Безумие какое-то. Так, где он разворот? Да черт возьми, пикает и пикает. Везде пикает. Там у нас два чувака где-то снизу. Между зданиями, блин. Так, ну хорошо, не будем трогать их. Пускай там дуэль у них какой-то идет. Так, кого наводится? Не понимаю. Кого наводится? Вот, теперь вижу, кого наводится. Вот еще машинка едет. Так, интересно, какая у меня психика? Сейчас глянем, сколько психика у меня. Так, мне нужно как-то подняться наверх и посмотреть. Ух, ничего у меня психика. Сумя сети. Вот психопат. Так, без наводки. Не, без наводки не интересно. С наводкой надо. Слушай, а тут бывает 10 звезд. Хочу 10 звезд. О, два ракета. Блин, долго перезаряжали ракеты. Какого черта так долго перезаряжали? О, внизу коп. Коп бежит внизу. Двойная ракета. Это больно тебе. Чувствуй боль. Чувствуйте боли. Больше боли. Так, о, вертушка была прям по курсу. Я взял, развернулся.
Блин, ну они реально исчезают. О, где-то прям по курсу должна быть. Вижу. Пашей ракетам. Ох, эпично. Эпично как. Так. Ну и что? Кто следующий у нас? Вот, у нас тут игрок есть. У нас тут игрок где-то есть. Он прям надо мной где-то был. Такая тень, шикарная тень такая. Так, вы становитесь психопатом, что ли? Психопат. Ух. Ну какого черта? Ну все нормально же было, долетели все ровненько. Черт из два. Ну хорошо, развернемся. Сейчас развернемся, обязательно развернемся. Он уже позади меня, блин. Я не успею в него встрельнуть. Ну, гольф-клуб у нас тут. Так, так, у нас там два игрока есть. О, вертолет. Вертолет, вертолет. Слушай, там они друг друга гасят. Я хочу тоже погасить. Ух, там, наверное, чувствует экшен, ребята. Все летает, все взрывается. Копы орут просто. Копы просто реально орут. Так, мне нужно вот так, прям вдоль дороги лететь и прям на них. Сейчас мы развернемся. Держи ракету, раз пикаешь, держи ракету. Вот так, вдоль дороги летим. Где-то, ребята, вдоль, вот где-то впереди. Ух, все взрывается. Шикарно летим. Ух, ха-ха-ха. Да, конечно, я не мастер-класс по самолетам. Так, ну где еще? Мне нужны красные. Белых я не хочу трогать, мне нужны красные игроки. Ты что там стреляешь-то? У меня тут веселье начинается. Ух, он с ума сойти, меня что тут волна не сбила. Так, это ровно 94 пришел. Сейчас напишем, что я стреляю. Так, ну где? Где? О, тихо, спокойно, блин. Мне нужны красные игроки, а лучше важная цель какая-нибудь. Так, мне нужно что-нибудь еще. Что мне еще взорвать? Взорвать хочу что-то еще. Орут сирены, так как орут, а. Пожарка взорвалась. Ха-ха. Пожарка взорвана. Слушай, тут чувак просит этот боевой самолет, и может ему отдать ему, и пускай тоже погоняет. Сейчас спросим, умеет он на нем летать или нет, и если что, мы отдадим ему. Так, сейчас напишем. О, вертушка. Вертушка, хочу вертушку. Ух. Мимо. Ну, хорошо. О, чувак, умеет летать. Ну, замечательно. Я, в принципе, я уже налетался. Могу, в принципе, еще раз угнать как-нибудь. Сейчас напишем, что я отдал ему. Блин, правильно написал? Нет, ну, пофиг, 2Т. Так. Так, ну что, где еще вертушка? Погрелся на копов, мы можем позвонить Вестер и... Так, у нас есть красная цель, О, тут вертушки две. Нет, у меня не будет... Вот, одна вертушка, вторая. Так, ну в чем проблема? Давайте я просто отдам и все, не нужно меня тут отвлекать. Так, ну. Где пика? О, пикает. Держи ракета. Ребята, если что. О, блин! Блин, я Ронни 94 убил. Ох, черт. Блин. пардон, конечно. Извиняюсь, в прямом эфире извиняюсь. Блин, черт из два. Ох, блин, ну реально, он на игроков только наводится. На игроков и наводится. Сейчас напишем, куда приземлиться.
Так, ну, все, можно, в принципе, от копов отвалить. Мне они не нужны. Еще полетать, еще и полетать пока что. Мы еще полетаем. Ух, сейчас, сейчас еще. Мимо, мимо! Ух, какой. Так, чувак, я тебе хочу свой дать. О, на шоссе, сколько там машин-то, а? Ух, они еще блокируют дорогу, и там еще машины врезаются в них. Слушай, я психопат, реально, уже полный психопат. Промахнулся, промахнулась ракета, видимо, не успела вниз уйти. Слушай, а меня гасят, меня реально гасят. Так, так, вертушка за мной летит. Держи, вертушка. Эх, блин, промахнулась. Ракета промахнулась, жалко. А заговор назначен. 7 косарей, слушай, 7 косарей, я полетел к нему. Я реально полетел к нему и его буду гасить. Ты прости, чувак, но я тебя просто гасить буду. Слушай, он где-то за городом. Если он за городом, то ему вообще хана будет. Потому что наберем скорость, высоту, то есть. А он исчез, а он испугался. Да, он испугался нашего. Так, ну вот я вижу урони, которого нам нужно отдать. Самолет. Я уже налетался, если что, потом еще раз угоним. В принципе, без проблем. Без проблем угнать. Ух, там две машины. О, вертолет, вертолет, хана тебе. Нет, смотри, он все-таки отвернулся. Он вырнулся все-таки. Ах ты какой. Выворачивайся, нож. Это Рони опять к нам летит. Мне не хочется его опять убивать. Пошел ракета. Ух, шикарно, просто шикарно. Так, ну что написал? Как-то на машине попасть. Я могу, в принципе, показать все это дело. Показать могу. Чувак, давайте просто дам. Уже слушай, туманность какая-то появляется у нас. О, на игрока нацелился. Блин, слушай, на игрока будет. О, это был походу Рони был. Да, это Рони был. Блин. Чуть не убил. Так, у нас вот игрок. Я не знаю, стоит он, не стоит. Сейчас глянем. Разворот. О, он на вертушке. Он на вертушке. Ну-ка, ну-ка, где он на вертушке? Я хочу глянуть на вертушку его, наверное. Где? Исчез. Он исчез. Я не вижу его. Походу, он разбился. Так, напишем там. Где, где вертушку? Я хочу вертушку. Я хочу с пулемета по вертушке погасить. Ох, копы просто орут. Слышу, как орут копы. Держи ракету. Еще где ракету? Реально, ракеты просто сразу вниз летят. Ух, просто между зданиями это так эпично смотрится. Двойная ракета. Попал все-таки. Перезарядка, блин. Двойная ракета сразу перезарядка идет. Слушай, они по мне гасят. Да, это может плохо на мне сказаться. Так, он приедет какой-то, куда-то едет. Наш Рони впереди. Нет, нет, там наводка на него. Не нужна. Ох, у меня уже дым, дымок пошел. Эх, у меня уже дымок. Так, я думаю, мне нужно откупиться от копов, потому что у меня проблемы. А хотя, нафиг мне откупаться. Мы полетим на военную базу сейчас и поменяем самолет. Да, на этом мы серию закончим. И в следующее. У, нашел моя тачка, ну молодец. С этой серию закончим. Долетим до военной базы. Если получится, долетим. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока. Так, ну главное турбо не врубать. И таким макаром мы просто планировать будем.